я вас уже видел на рыбном рынке, мистер Рид, верно? Вы вели какие-то дела с этой потаскухой Анной. Что вы здесь делаете? Мистер Блэквуд, наконец-то я вас нашел. Вы поклонник моих проповедей? Нет, простите, они не в моем вкусе. Фред с рыбного рынка сказал, что вы знаете, где профессор. Ясно. Значит, он не упомянул о том, что я объявил войну Тодд. Я знаю, что вы искали Гарри Доу. Где она? Зачем она вам? У нее есть предназначение, которое необходимо выполнить. И вас это совсем не касается. Мне нужно задать ей несколько вопросов. Вопросов? Вы словно ищейка, которая идет по следу и ничего больше не замечает. Вы не видите всей картины в целом. Профессор, избранная, такая важная персона не должна отвлекаться на ваши вопросы. Она последняя из провидцев. Послушайте, Гарри должна выжить. Нам грозит страшная опасность, и только она может предотвратить трагедию. Она одна из провидцев. Небеса посылают ей видения. Ей суждено спасти или обречь нас на гибель. Ничего не понимаю. Что за ужасы вы рассказываете? Какая трагедия? Какая гибель? Опасность таится под городом. Ах да, вы же не знаете. Вся правда на этих фресках. Когда-то я изучал их днем и ночью. Когда-то я сам служил морю, мистер Рид. Но теперь уже не могу. Их нужно остановить. Гарри — это ключ ко всему. Может, сэкономите нам обоим кучу времени и силы и изложите мне все вкратце? Существует космический цикл. В конце каждого витка... Простите, мне уже недолго осталось. Пожалуйста, найдите Гарриет. Вы должны ее защитить. В таком случае мне лучше поторопиться. Удачи, мистер Рид. Не подведите.